На улице Тельмана во Владикавказе водитель Митсубиси столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. За рулем иномарки оказалась нетрезвая женщина. Более того, в салоне с правонарушительницей находились дети. Один ребенок получил травмы средней степени тяжести. Будучи в состоянии опьянения, женщина не успела среагировать на притормозивший автомобиль и, практически не останавливаясь, врезалась в него. Водитель пытался отрицать свою причастность к ДТП, утверждая, что она не находилась за рулем. Для дальнейшего выяснения обстоятельств она была доставлена в первое отделение полиции. За данное правонарушение ей грозит административная ответственность в виде ареста до 15 суток. Также при составлении административного протокола женщина в адрес сотрудников госавтоинспекции выражалась нецензурной бранью, на что тоже был составлен административный протокол. За данное правонарушение ей тоже грозит административное наказание.